Всем салют, а затем в Дом офицеров на парад. Многие меня просили делать обзор на аниме. И вот, посмотрим, что из этого получилось. После просмотра именно этого аниме, я решил, если и делать самый первый обзор, то только на этот шедевр. Знакомьтесь, Кайдзи. Сия картина увидела свет в 2007 году. Первый сезон продолжал выходить до 2008, пока не стукнул 26 эпизод. Сато Юдзу. Режиссер, который вдохнул жизнь в это произведение, снятого по манге 1996 года, автором которой являлся Фукумото Нобуюки. Манга была выпущена издательством Кадансия, крупнейшее в Японии издательство, выпускающее литературные произведения и мангу. Главный офис компании расположен в Бюнкё, Токио. Аниме Кайдзи обзавелось большим кругом фанатов, несмотря на упоротую внешность персонажей, к которой быстро привыкаешь. И вскоре это аниме переправилось по морю из фанатов на большой экран. Первый фильм Кайдзи «Жить или проиграть» вышел через год после окончания первого сезона. Ну не будем о них, хотя оба фильма довольно нормальные, но по сравнению с аниме полный шлак. И это несмотря на то, что я фильм посмотрел намного раньше, чем само аниме. Другими словами, я после фильма технически пересматривал это аниме, так как сюжет довольно похож. Но в то же самое время резко разнится с ним. Но несмотря на это, после просмотра фильма, аниме же Кайдзи попал в мой список шедевров. Итак, знакомство с главным героем начинается с его антисоциальных выпадов относительно элиты общества. Раз у него такая машина, значит он не может быть хорошим человеком. Деньги, деньги, везде деньги. Кайдзи – безработный и дикий неудачник, который постоянно на протяжении аниме будет пытаться перепрыгнуть через себя ненавистного. В душе этого парня постоянно бурлит азартное желание легкой наживы и возможности вернуть свои бесчисленные долги. И для этого стал толчком один человек, пригласивший Кайдзи на корабль, где собрались такие же неудачники, как и он. И тут мы начинаем понимать, что Баба-Яга, то есть Кайдзи, на самом деле не так уж и прост. Дело в том, что Кайдзи ровно настолько неудачник, как и гений тактики. Несмотря на его тупизну и жалость, он может дать смачный пинок под зад любому. Глупец. Ты лишь зря теряешь свое драгоценное время. Скажу прямо, раз уж мы оба наклонили его назад, знаю. Я все знаю. Итидзё. Готов увидеть кошмары на его. Тебе больше ничего не выкинуть. Твоим фокусом конец. Фокусом, говоришь? Будут тебе фокусы. Готово? Если прикрыть лотки таким образом, то со временем неведомая магическая сила денег откроет мне путь. Хватит выпендриваться, шут! Убери их к черту! Когда начинается первая арка на корабле, игра на картах, камень, ножницы, бумагу, вплоть до игры карта И. И тут сразу станет ясно, что по тактическому мышлению, непредсказуемости сюжета и интриги между персонажами, аниме Кайдзи просто ставит на колени вместе Киру и Элла из «Тетради смерти». Само аниме изобилует такими приятными элементами, украшающих общую картину, как вышибающие саундтреки, озвучка мыслей персонажей, как и Кайдзи, так и его врагов. В эту общую палитру изобилия входят и закадровые комментарии, дабы заострить интригу или посвятить в действие непонимающего зрителя. Плюс в этом аниме постоянно возникают погружающие еще больше в сюжет образные фиксированные, даже немного философские акцентировки. Успокойся, Ишида-сан! Успокойся! Я падаю! Падаю! Цепная реакция. Необратимая реакция. Над их головами кружит смерть. Она забирает тех, кто пал духом. Посмотрев первый сезон, я думал, что второй, как всегда, будет хуже.
в связи с конвейерной наживой для авторов. Но нет, второй сезон Бабы-Яги, то есть Кайдзи, оказался еще более углубленным и непредсказуемым. Аниме продолжило свое шествие в 2011 году, и, откровенно говоря, там просто начинается настоящая миссия невыполнима. Главный же враг Кайдзи — старик по имени Хьюдоу. Старик, который просто по гениальности рвет Кайдзи на тряпки постоянно. Главный герой же, он не добрый и не злой, он материалист. Основная цель самого Кайдзи — это материальная нажива, которую он может сорвать, используя свой гениальный ум. В местах, где обманывают других, он пытается наколоть накольщика. И одновременно с этим надрать задницу Хьюдоу. Но несмотря на гениальность в аниме Кайдзи, нет такого, как, например, в Наруто. Если пришел главный герой, то все, всем врагам каюк. Нет, в Кайдзи есть очень много взлетов и падений. Но здесь просто невозможно предугадать, что из этих двух вот-вот сейчас произойдет, или произойдет вообще. Если вкратце, аниме сильно во всем. Я минусов не заметил, поэтому оценка 10 из 10. Ну, за исключением, как я ранее сказал, упоротой внешности персонажей, к которой быстро привыкаешь. Я был полным лохом, когда сам отталкивал это аниме лишь из-за этого. И тут уже напрашивается классический вывод. Не стоит судить о книге по обложке. Так что, если вам нравится аниме наподобие «Тетради смерти», то после просмотра этого шедевра вас так же, как и меня, будет бомбить. Хотя, кто знает, у всех вкусы разные. Эти мы и уникальны. С вами был Биоволк Викей. Пока.